когда он будет? Китайская шутка. Рис какой-нибудь премиум. Да и ты перестань, а. Я ну... просто к тому, что вот где это, самолет загружает, такая еда их. Не, я согласен. Ну, мне тайская еда очень понравилась. Вот прям, я прям в восторге. Я даже ни хрена по картошке не соскучился. Я, наверное, сейчас буду по том-ямгу скучать. Да помню, глянь-ка, а? Да ну, пора уже. Том-ям. Прям я его еще сегодня наперчил. Такой я его ядреный сделал. Но я ел, у меня икота не шла. У меня когда вот, когда суп уже, ну, типа, перенасыщен организм острым. Но. Перенасыщен организм, когда острым. Я начинаю, когда есть, у меня же... Вот так вот. Все, это значит, все, надо завязывать. А тут я прям ел, подумал, так, с пиалки вот так вот. И я он... попробовал одну ложку, у меня аж это все. Ну, я, да, я перестарался да, чуть-чуть. Я смотрю, такие колпачочка. Ну, так она вниз и надо. Поехали. Мы с тобой прошли аэропорт от конца до конца. От конца до конца, да. За один час. Длиной-то я. Ну, смотри, какая красота. Скоро эту красоту мы будем только вспоминать. Чего? Мы вернемся? Я имею в виду, в течение года мы будем только вспоминать. Да, нет. А мы сейчас с лишним только до аэропорта на такси ехали. Да? Вот. Полтора, наверное. Да? Нет, я говорю, есть эти рейсы, которые прямо в Паттайю, там рядом 40 или 30 километров. Документы на возврат НДС, что ли. Короче, 18% мы покупали камеру и фотоаппарат. Куда ты? Красноярск. Гейт опен открыт. Все, пошли. Где? Вот, 18.00. А, вот, все, F5, все. Ну, все, пошли, открыли. Это.